Добрый день! Сегодня у меня в руках энергометр. Это модель LM669. Это такой своеобразный портативный счетчик электричества, который подключается в одну розетку и считает, сколько через нее было потреблено электроэнергии. Можно за границей такие приборы встретить в хостелах, в каких-то, не знаю, кафе при автовокзалах, в аэропортах, где за деньги вам дают воспользоваться розеткой, то есть подзарядить свои устройства, телефоны, ноутбуки. У нас таких устройств я не встречал, но их покупают, значит, где-то все-таки они используются. Например, можно, если вы снимаете квартиру с кем-то в паре и не хотите платить за чужое электричество, можно поставить в розетку, туда подключить свой удлинитель и пользоваться только с него. И вы будете знать, сколько конкретно именно вы использовали электричество. Изначально в комплектации батареек не было, сейчас сразу в устройстве есть батарейки. Они прикрыты такой прозрачной пленочкой, чтобы не разряжались, не использовались. Но они там есть. Раньше в комплектации батарейки не шли. Вот там две батареечки идут, такие круглые, как на часах. В принципе, без них энергометр работает, но сюда можно забить свой тариф. Здесь же есть часы. Он считает, сколько времени он проработал, сколько времени потреблялось электричество. Если не будет батареек, и вы достанете из розетки энергометр, все эти данные пропадут. Если батарейки есть, они все равно сохраняются. То есть, достав его из розетки, вы ничего не потеряете. Кнопкой Set мы настраиваем все параметры. Допустим, вот сейчас я настраиваю время. Дело в том, что крайняя кнопка справа, она добавляет плюс одну единицу к значению, но никакой кнопкой уменьшить нельзя. То есть, если вы хотите поставить 12 часов, ошиблись, поставили 13, вам придется перекрутить все часы опять до 12. Назад вернуться не получится. Точно так же происходит установка тарифа на электроэнергию. Она считается в долларах, ну, или в евро, там значок стоит. Это не важно, главное, чтобы цифры сходились. То есть можете и в гривне поставить, там будет просто писать евро. Когда прибор включен и к нему подключен какой-то потребитель энергии, тот же холодильник или бойлер, он считает, сколько времени работал прибор, сколько было использовано электроэнергии, показывает все это на дисплее. Также он показывает, какую мощность имеет включенный в него прибор. Все это можно увидеть на дисплее. Подсветки нету, поэтому в темноте вы не увидите, что написано на экране, придется подсвечивать. Но сам дисплей большой, то есть видно на нем все хорошо, даже издалека. Для примера подключаю небольшой 10-ваттный прожектор. Сразу видим, что энергометр правильно определил его мощность и начинает считать, сколько электроэнергии он потребляет, сколько времени он проработал. Прибор очень легкий в настройке, с ним легко научиться работать. Запоминает потребление энергии до 9999,9 кВт. Частота, он, кстати, показывает частоту электричества в розетке от 45 до 65 Гц. В принципе, этого хватает, потому что у нас в розетке 50 Гц. Хороший, удобный, надежный счетчик электричества за 450 гривен.